красными облаками, за полным отсутствием химиотрассирующих самолетов. Вертолетики не летают таки в небе. Мы поговорим о том, что произошло недавно совсем в аэропорте, по-моему, Махачкалы, когда рейс из Израиля был встречен определенными демонстрациями. Для чего все это делается? Как это подготавливается? И кто организатор всего этого? Друзья мои, организаторы все те же самые, которые и организовали саму шоу-программу в Израиле. Они же самые все делают. Они же в сговоре с теми, которые на палестинской территории. Это те, кто руководят всеми этими людьми, что ли, так можно назвать. Да, людинами руководят и стравливают их. Достаточно создать определенную информационную напряженность в определенной социальной среде, как это и было сделано в Дагестане, именно для того, чтобы показать всем евреям о том, как их ненавидят, потому что им надо сплотиться, и будет повод для того, чтобы разруливать эту ситуацию потом тем, кто называют себя властью. А также, обратите внимание, в этих информационных новостных выпусках говорится о том, что самолет в основном был с детьми, и особенно даже на инвалидных колясках там были дети. Дети на инвалидных колясках. Понимаете, к чему все это? И вовсе это не для того сделано, для чего думают многие другие, а для того, чтобы градус ненависти был более мощным. Для того, чтобы было оправдание тем жестоким действиям и геноциду, которая сейчас происходит на территории еврейского государства, или как ее там, автономию называются, или палестинская автономия. Смысл в том, что государств не существует. Есть территории и есть арены. Арены боевых и социальных действий. Социальные действия, они перерастают через какое-то время в боевые действия и всегда собирают урожай. Урожай двуногих. Поэтому все, что сделано, сделано исключительно для того, чтобы людины еще больше ненавидели друг друга, рвали друг друга зубами. Для того, чтобы столкнуть тех, кто обусловлен исламской религией, с теми, кто обусловлен иудаизмом, да и не только, и христиан тоже. Ничего себе, ведь против кого-то же надо сплачиваться. Два человека между собой условно договорятся. Когда появляется третий, начинают образовываться коалиции. Двое объединяются против третьего. Как правило, объединяются двое против третьего, который поразумнее, да? Менее разумные объединяются против разумного. Почему? Потому что чувствуют собственную несостоятельность. Вот так это происходит, дорогие друзья. И здесь манипуляция идет на том, что называется государственный уровень. Эти манипуляции происходят давно. Разные конфессии религиозные созданы именно для того, чтобы создавать противостояние и напряженность. А сейчас эта карта в очередной раз разыгрывается, просто соус немножко другой. И в это время в государстве Израиль таки собираются правильные люди и говорят, так мы очень жестоко сейчас ответим всем этим нехорошим людям, разбомбим все, что можно, и все, что нельзя, разбомбим тоже. Да, это будет тотальное уничтожение. Но это все по сговору идет. С самого начала весь этот спектакль инсценирован. Если вы не хотите или не можете это понять, да? Ну, значит, не судьба. Значит, живите так, как живете дальше, и смотрите так, как смотрите дальше. Значит, не время вам вообще понимать что-то.
Поэтому, дорогие друзья, в чатах писали свои возмущения все дагестанцы. Правильно. Они писали возмущение, вот вы сейчас написали. Но почему они писали? Что явилось предпосылкой? Если мы возьмем голодного ребенка, если мы возьмем обездоленную женщину с ребенком, неужели какой-то из дагестанцев будет в нее плевать? Вот неужели такие найдутся, которые по национальному признаку готовы убивать других? Ну так им самим тогда пора умереть. Если такие имеются, им пора. Поэтому все происходящее, я думаю, очень правильно происходит. Людины забыли, что значит слово «милосердие». Людины забыли, что значит слово «брат». Людины забыли, как жить друг с другом. Они готовы рвать друг другу глотку за деньги, без денег, как угодно. Ими манипулируют, как наперсточники шарики крутят. Вот точно так же сознанием ортодоксально обусловленных, и не только ортодоксально обусловленных, манипулируют те, кто управляет этими заведениями под названием «страна» или «курятник для двуногих». Они рулят всем этим. И у них прекрасно это получается. Они создали информационные поводы для всего этого. И совершенно замечательно жонглируют. Людины рвут друг другу глотку. Людины ходят сначала на демонстрации. Сначала они говорят: не пустим. А там же заводилы есть среди них еще, которым немножко проплачивают такие денег, которые понимают, о чем идет речь. И они создают, нагнетают это противостояние психологическое, которое в конечном итоге достигает определенного градуса кипения. И вот тогда на арену можно выпускать подогретых бойцов. С одной стороны, это бойцы, которые одной конфессии, а с другой стороны, другой конфессии. Сейчас евреев надо сплотить во всем мире. То есть всем евреям нужно показать, как их ненавидит весь мир. Для чего? А для того, чтобы те евреи, которые стоят у ключевых постов, могли принимать такие решения, которые по сути являются геноцидом. Их же руками все это делается. Вы что думаете, что никто не знает, что сыпет с небес, что за дерьмо туда закачивают? Что все не знают, да? Инопланетяне прилетели и сами там заправляют эти канистры. Знают, но молчат и делают по той простой причине, что те, кого уничтожают, они не хотят меняться. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Они хотят рвать друг другу глотки и дальше. У них нет желания очеловечиваться. У них есть потребность обыдливаться еще глубже, еще больше превращаться в совершенно невменяемых дебилов, ослепленных своей ненавистью и яростью. Вот, собственно, ничтожеством своим ослепленных. Если правильно выразиться, это ослепленные своим же ничтожеством и своими страхами. Отсюда все и случается. Что же теперь удивляться-то? Поэтому удивляться здесь совершенно нечему. Тех, кто в состоянии проявить свои человеческие качества, те людины, которые в состоянии стать человеком, ничего с ним не произойдет. Они разумны, они внимательны. Они не кладут себе в пасть то, что... не в рот, точнее. Пасть это у людинов. В рот себе не кладут.
того, чего не надо туда класть. Все правильно. Они не гадят ни ментально, ни физически другим. Не какают на коврик под дверью. Да, не обливают своей прокисшей мочой соседскую дверку входную, да, на лестничной площадке. И таких достаточно тоже. Да. Поэтому чего говорить, дорогие мои? Посмотрев внимательно вокруг, посмотрев, что сейчас происходит у нас в отношениях между людьми, посмотрев на одухотворенные лица в общественном транспорте, которые без слез не взглянешь вообще на состояние социальных элементов, социально обусловленных элементов, без слез не взглянешь, а будет еще же хуже. И все это делается как раз именно для этого. То есть идет сбор урожая, уничтожение и одновременно уничтожение некандита. Это некандит. Вот эти вот лающие на себя и на окружающий мир двуногие индивидуумы, это не кандид. Жить в таком обществе дискомфортно. Это, конечно, игра все, безусловно. И все снова на круги свои вернется. Сейчас вот уничтожат определенное количество этих двуногих папуасов. И снова... Через несколько тысяч лет все вернется на круги своя, а то и быстрее. Телеграмма в Дагестане не работает теперь. Вот. Или очень слабо. Ну, так что ж, конечно. Под этот шумок можно и телеграмму, и пилораму, да что угодно, говорят. Даже можно свиней. Хотя в Дагестане свиней нету. Бычков можно порезать, да. Да, заболели случайно. Под шумом. И пиу, и порядок. Телеграмму выключили. Людины не могут между собой там пообщаться. Звоните, если только. Это удобно, безусловно. Всегда нужно какое-то гипотетическое оправдание для тех действий, которые являются ограничительными. Ничего удивительного. Карачаево, Черкесии тоже не работает. Ну а что же, если там и по соседству тоже можно вырубить. Когда настанет утро сварога? Дорогие друзья, все ждут каких-то то сварогов, то там пирогов, то перунов, прилетов инопланетян, пришествия Иисусов Христов и разных всяких отдельных Христов без Иисусов, или Иисусов без Христов, или тех и других в одном лице. Машиаха еще какого-то ждут, Шаха, может быть, какого-то ждут еще. Друзья, чего все ждете? Вы в этом ожидании совершенно забываете о том, что жизнь дана для того, чтобы здесь и сейчас находиться, в настоящем моменте. А кто ждет и догоняет, все время несчастлив. Все время где-то опаздывает. Где-то его голова все время занята всякой совершенно бестолковой фигней. Не надо никого ждать. Уже внутри вас. Поэтому ни пирогов, ни сварогов, ни утра, ни ночи. Сейчас будьте самим собой. Вот где все пришествия разных всяких там, оно все внутри вас. Снаружи нет нифига, снаружи шоу-программа разная. Она бывает приятная, но чаще всего шоу-программу людям показывают не очень приятную, чтобы им было веселее. А то горки американские, на которых все тут катаются, ну они как бы
не захватывающие, что ли. А когда с разбега и пенделя под задницу, вот тут, конечно, такая горка получается забавная. Сразу индивидуум чует о том, что жизнь, вот она, случается в полноте своих красок. Друзья, мне пора. Всех вас целую, обнимаю, до новых встреч. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущее здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.